вот так, ладно. Поэтому на основании, вот они же будут еще интереснее. Примеры. Но на данный момент я пишу в отчаянии, потому что наверху АУ Медведев, а он, кстати, он зам по-моему, по безопасности страны. А безопасность страны, вот она, я вверху показал, сотни тысяч тонн фруктов вырастет, не сомневаюсь, фанатики, эти самые фермеры, только они будут отравлены. И вот, значит, что такое суперкоманда? Значит, ей нужен бюджет. Вот когда-то, вот сейчас действительно, это показывает, правда, в фильме, может быть, немножко приукрашено, когда Мичурину раз, такую пачку денег, говорит, на, продолжай. Новая власть, там, революция, там, матрос, по-моему, чуть ли не матрос с этим, с ружьем, принес эту пачку такую денег. Продолжайте. Это было, это потому что надо было. А сейчас, естественно, никому ничего не надо, это все знают, да? Вот. И получается, что где-то я определил случай про процентах. 2% вероятности. Немного. Полпроцента, что это сбудется. Итак, где-то наверху кто-то вдруг скажет, а ведь Железов-то не болтун. Железов это очень серьезный человек. Вот, с государственными наградами. Человек, который умеет то, чего не умеет ни один академик. Это, ну пусть неофициально, но это факт. Его слова что это значит? Смотрите, нам нужен бюджет 100 миллионов, я так прикидывал. Не дадут 150, не дадут 50, 10, не дадут 10, 2. Только масштабы вот другие, и вот это мы не спасем, вот это. Это мы не спасем. Ну, где этот самый находится 200 километров севернее Вологды, вы понимаете, да? Вот. Дальше. Сама идея заключается в следующем. Мы собираем команду. Главное, это понятно. Я когда познакомлю ниже, у вас будет шок, такой же, как у меня. Потому что до вчерашнего дня я сам этого не знал. Кто такая Елена Савинич? Так вот, допустим, это руководитель, да. Ее сейчас можно назначить там завлабом, ее можно назначить где-нибудь проректором. Потом, когда все регалии увидите, поймете, просто нам такие почему-то науки не нужны, а вообще-то это человек, готовый специалист. Вот. А теперь представим себе команду. Она набирает не обязательно агронома Железова, но за Железовым уникальный сад, и у него вот таких вот случаев-то, вот таких случаев-то не один. Это я привел в качестве примера. Спасать надо даже эту веточку, даже вот эту веточку спасти надо. Видите? Даже вот эту. А уж что говорить, когда у него таких примеров сотня сейчас. И я еще жив. Раз. Допустим. Вот уже это серьезная работа. Биолог Юлия Матвеева. Я вам покажу ее. Вот. Поймете и проникнете. Программист, системный администратор Кузнецова. Из косточки вырастил мои фаины. Вот. Так вот, Ирина Александровна, если... А я говорю не для того, чтобы вы это посмотрели. А вдруг где-то однажды там, а вдруг сейчас раздастся звонок. А я этот зам по науке. Помните, кого назначили зам по науке? Была секретарем? А почему нет? Молодежь была секретарем, фамилию уже начал забывать, этого самого ректора Тюменского университета. Просто секретарь. Ну, видимо, чай там подносила. Что кофе, что там еще от нее польза. Вот. Симпатичная девушка, молодая. И она переехала за ним. Он стал министром науки. И она переехала в роли уже не секретаря, а замминистра. Ну, молодая, может быть, и правда вот такие нужны. А вдруг она? А вдруг скажет, Лена Александровна, да мы одно поле ягода. А давайте. А вы это, ну иначе какая жизнь, только чай подавать. А? И вот вдруг такой человек, я специально стал фамилию говорить. Назовешь, и хуже будет. Хуже будет. Да и так может быть. А пока это такой, ну, разговор такой отвлеченный. Итак, если в России появятся умные руководители науки, ну, надо было уточнить, биологии, вы бы взяли за масштабный проект, за возрождение вегетативной гибридизации в масштабах страны. В масштабах страны. Нобелевка гарантирована. Это точно, 100%. Вот. Я же вам вот это действие показал только сейчас, да? Где он там? Вот. Вот. Вот это
Почему? Это, можно сказать, Нобелевка. Почему? А это же не просто так было. Вот вы видели, они выросли. Нет. Там было несколько секретов, которых наука не знает и сейчас. Подтвердите, вы же были в это.